В Архангельске я живу последние 12 лет, а до этого заканчивала институт, тоже здесь 5 лет жила. Поэтому у меня было время полюбить этот город. Я его очень люблю. Мне кажется, и я всегда спорю с теми, кто обсуждает город, вообще Архангельск непознаваем. Его можно познавать, изучать, смотреть, ездить. Я только сегодня говорила, что за один месяц у нас пройдет здесь 3 фестиваля. У нас бесконечно какие-то открытия выставок, спектакли. А любимых мест, безусловно, много в Архангельске. Это Чубаров, Таи набережная. Но самое, наверное, такое для меня важное и любимое место, это вот там, где я работаю, это гостиница «Двина». Наш офис тут располагается, и каждый день я бегу сюда на работу. Но еще есть маленький секрет, он для меня лично, я сама родом из Нарьян-Мара, а нарьян-марцы очень часто останавливаются в этой гостинице. И когда я утром бегу на работу, я всегда кого-нибудь встречаю на крыльце, всегда, уже много-много лет. Поэтому я не чувствую себя совершенно оторванной от родного города. Я узнаю новости, я передаю приветы, мне приводят какие-то посылочки. То есть вот такой какой-то связующий пункт с моим родным городом, где я оставила частичку своего сердца и души.